Друзья, вы смотрите бонусное видео, в котором я покажу дополнительные две концовки из игры. Ну нет, не из игры, просто игры Spec Ops The Line. Они будут без комментариев, я просто покажу, что они из себя представляют. Желаю вам приятного просмотра. Если вы смотрели все прохождение Spec Ops The Line, спасибо вам. На этом я замолкаю, и мы с вами смотрим дополнительные концовки, которые есть в этой игре. Командир, это Сокол-1. Мы нашли его. Капитан Уокер? Он вооружен! Все в порядке, не стрелять. Не понимаю, что он делает? Что с его глазами? Что-то не так. Капитан Уокер, мы хотим... Мы под огнем! Убираем! Это Сокол... Помнишь Кабул, Джон? Перемирие. Мы тогда болтали о всяком разном. Я вспоминал о доме, а ты сказал... О доме? Это все не для нас. Есть черта, за которой нет пути назад. И если повезет, мы перед смертью выполним свой долг. Так что я хочу одного, капитан. Хочу мира. Я досчитаю до пяти и спущу курок. Это не ты. Это мои галлюцинации. Ты уверен? А может, мои? Раз. Нет. Все это смерти. Твоя вина. Если ты в это веришь, стреляй. Два. Я не хотел никого убивать. Никто не хотел, Уокер. Три. Четыре. Ты действительно этого хочешь, Уокер? Это полковник Джон Конрад, армия США. Попытка эвакуации Дубая закончилась полным провалом. Потери велики.